Шиитское движение «Хизбалла» и его союзники потеряли большинство мест в ливанском парламенте по итогам воскресных выборов, получив 62 депутатских мандата из 128. Результаты обнародовал во вторник глава МВД республики Басам Мавлави. Выборы показали снижение поддержки христианской партии действующего президента страны Мишеля Ауна, входящей в блок с шиитами. «Нас обвиняют в фальсификациях. Где вы видите, что результаты были сфальсифицированы? Мы следили за тем, как проходят выборы, никак не вмешиваясь в избирательный процесс. Судьи были на страже закона. Впервые в однопалатную национальную ассамблею войдут 13 независимых кандидатов, связанных с гражданским движением, возникшим на фоне массовых протестов 2019 года против коррупции, клановости и экономического кризиса. Миссия ЕС по наблюдению за выборами в Ливане сделала свое предварительное заявление, в котором раскритиковала широко распространенную практику подкупа избирателей. Людям давали деньги, дарили электрогенераторы и топливо. Ливан переживает сильнейший финансово-экономический кризис. Почти 77% жителей страны находятся за чертой бедности. Также поступали сообщения о запугивании граждан на некоторых участках, где представители партии стремились обеспечить лояльное голосование. В редких случаях были зафиксированы инциденты с применением насилия. Отмечается также, что некоторым кандидатам, в особенности женщинам, мешали проводить кампанию. Европейские наблюдатели не были удовлетворены прошедшим волеизъявлением, если не считать позитивным тот факт, что выборы вообще состоялись, несмотря на кризис, который переживает Ливан. Тем не менее, голосование не соответствует международным стандартам. Шона Мюррей, Euronews, Бейрут.